Греко-римская борьба – это европейский вид единоборств, в котором спортсмен должен с помощью определенных приемов вывести соперника из равновесия и прижать лопатками к ковру. С каждым годом этот вид спорта становится все популярнее. Город рассказывает не исключение. Открытое первенство по греко-римской борьбе проводился в память основателя борьбы в Рассказово Вячеслава Смолякова. В спортивном зале племзавода Арженко прошло открытое первенство по греко-римской борьбе, посвященное памяти основателя борьбы в Рассказово и Рассказовском районе Вячеслава Смолякова. Состязаться приехало около 100 человек. Это юноши из Рассказово, Тамбова, Мичуринска, Котовска, Первомайска и Самбурского района. Люди к нам приезжают с удовольствием, потому что борьба греко-римская – это основа всей борьбы, для каждой борьбы. И поэтому она у нас пользуется популярностью в Рассказово, это борьба. И в область также. Если вспомнить прошлые годы, то заслуги Вячеслава Васильевича в том, что многие спортсмены, рассказывавшие, участвовали в общероссийских соревнованиях по этому виду спорта. И у него были достаточно такие успехи в российских турнирах. Интересными соревнования стали и тем, что юноши совсем разного возраста, от 2001 до 2008 годов рождения. И каждый надеется на победу. А сегодня перед турниром волнуетесь? Да. Как соперники? Ну, сильно, нет? Ну, и мы еще не знаем, но... Главный соперник какой? Главный соперник – это мы сами. А, мы сами? Надо побороть себя. Да, свой страх, чтобы выйти и победить. Борьба греко-римская – один из видов спортивного контактного единоборства борьбы. Это классический вид спорта, где типы приемов, с помощью которых противники пытаются положить соперника на лопатки, жестко регламентированы. В них запрещается применение ног, а также исключены любые удары соперника. У нас есть дети, которые находятся в сборной Тамбовской области. Там Выжанов Даниил, Кратеев Кирилл. Вот они одни из лучших в области. Ну, тут еще растет подрастающее поколение, там 7-8 год. Тоже есть перспективные дети. Ну, а на сегодняшний день, я могу сказать, загадывать не будем. Ковер покажет, все рассудит, победит сильнейший. В Рассказово греко-римская борьба достаточно популярна. Юноши часто выезжают на областные и всероссийские соревнования, показывают высокие результаты, а также возвращаются с победными медалями. На этом турнире победу одержали Тимофей Исаев, Дмитрий Смоляков, Никита Топоров возрастной категории 2007-2008 года рождения, Данил Выжнов 2004-2006 года рождения и в самой старшей категории Кирилл Каратеев, Владислав Шимко и Артем Трещин. Алена Миронова, Екатерина Студенова, Владимир Иванов, Михаил Брыксин. Новости ТВ Рассказово.